Младенцев усадили за штурвалы кораблей и самолетов. В Белгороде в пятый раз прошел парад детских колясок. В нем приняли участие 20 активных и креативных семей областного центра. Самые оригинальные экипажи были отмечены призами и дипломами. Главное условие конкурса – оригинальное оформление экипажа. Все участники парада выполнили на отлично. На площадку мегакомплекса «Грин» прибыли паровозы, кареты скорой помощи и даже большой розовый лебедь. Трудно представить, что за всем этим великолепием скрывается обычная детская коляска. Однако участники парада наряжали не только экипаж, но и маленьких пассажиров. Двойняшки Вика и Полина с двоюродной сестренкой Таей пришли на конкурс в образах лукавой и непоседливой Солохи. Для малышек смастерили и праздничный тарантас. Мы узнали об этом в пятницу, решили участвовать сразу. А ночи длинные, дни короткие, руки мастерят, сами сделали. За одну ночь нарисовали коней, купили цветы там днем и вот украсили наш тарантас. Стать принцессой пятилетней Маше помогала вся семья. Задумку удалось воплотить в жизнь за два дня. Глава семьи смастерил трон, мама сшила костюмы. Семья Поповых в параде колясок участвует пятый раз. Уверены, такие совместные праздники сближают. Детки запоминают, что большим таким делом должны заниматься все в семье. Вот. Прекрасный праздник Петра и Февронии. Всех поздравляем, желаем в семьях мира, добра, понимания и благополучия. В этом году в параде колясок приняли участие 20 молодых семей. Конкурс провели в День семьи, любви и верности. Организатором семейного праздника выступило Управление молодежной политики администрации Белгорода и Городской союз студентов. Основная цель конкурса – подарить участникам и зрителям хорошее настроение. Такие прекрасные конкурсы, как этот, это, не знаю, есть основа всех праздников, потому что семья – это основа и самой семьи, и государства. И в целом люди живут ради семьи. В номинации «Веселый тарантас» победили юные леди Таисия Кулыгина, Виктория и Полина Чуриковы. Самой оригинальной спецмашиной жюри единогласно признали средство передвижения Ксении Жихаревой. А в номинации «Кукольная коляска» главный приз достался Марии Яценко, Тихону и Ивану Болотовым. В следующем году, обещают организаторы, парад колясок будет еще интереснее. Для родителей придумают новые конкурсы и номинации. Можно надеяться, что и участников станет больше, ведь рождаемость в Белгороде растет. Ксения Семенова, Олеся Веденеева, Александр Поддубный. К этому часу Белгород. Редактор